Всем привет! С вами интернет-магазин эксклюзивного садового инструмента из Европы kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про один из наших хитов продаж. Грабли садовые фирмы Snibur. 10 зубцов, нержавеющая сталь, 100-летняя гарантия. Вот такие замечательные грабли. 10 зубцов, сварная конструкция, каленые зубья. Зубья не просто каленые, они заострены в виде ромба. То есть такими зубцами можно очень легко вообще вот рыхлить землю. То есть она как бы вот прорезает землю. Выполнены они вот с помощью такой так называемой шеи. И уже эта шея приварена к тулейке. Эта тулейка крепится на длинный черенок из ясеня с помощью латунной заклепки, мощной латунной заклепки. Сама толщина шеи составляет 10 мм. Толщина рейки, на которой уже приварены зубцы, тоже 10 мм. И сами зубцы уже из прутка 8-миллиметрового. То есть это очень прочная конструкция. Грабли очень легкие и маневренные. То есть ими очень удобно управляться на садовом участке, работать в грядках, миксбордерах там и так далее. Это один из самых наших продаваемых продуктов. И про гарантию. Гарантия на эти грабли 100 лет. То есть это гарантия пожизненная. И мы торгуем этим инструментом с 2012 года. Фирмы Snibur. Мы эксклюзивный поставщик этой компании на территории России и СНГ. И ни один наш клиент еще ни разу не сломал эти грабли. Если вдруг вы используете эти грабли по назначению и вывез какой-нибудь брак производственный, то мы поменяем вам эти грабли на новые. Черенок длинный, 155 сантиметров, и на конце такой вот набалдажник из ясеня. Зачем он сделан? Для того, чтобы грабли не выскальзывали у вас из рук, когда вы работаете, да? То есть, чтобы они вот как бы здесь, этот набалдажник, он стопорит руку, да, вот в этом положении, в конечном. Здесь идет клеймо фирмы Snibur. Это говорит о том, что это грабли подлинные. Но я могу сказать, что такие грабли подделать просто невозможно. Это единственная компания в мире, которая выпускает садовый инструмент из нержавеющей стали. То есть они начали выпускать садовый инструмент из нержавеющей стали, когда эта сталь появилась, вообще в природе появилась. Это было после Второй мировой войны. Научились добавлять специальные добавки и вот вывели такую вот нержавеющую сталь специальную. Вот. До этого фирма делала инструмент из черной углеродистой стали. Так что покупайте эти грабли в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучшее, а про остальное забудьте.